Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем проходить Киберпанк 2077, призрачная свобода. Что, нам надо пробраться в космопорт? Давайте будем пробовать пробираться. Извините. Во, так подальше. Подальше получше. Дождь такой прям прикольный. Еще автобусы суперсовременные. Ай, obviously you can't be packing when you go in. С собой оружие. Standard space force не пропустит. Оставь его тут со мной. I'll have it when we meet. Я все отдам, когда встретимся. Что-то мне это напоминает. Flashback налет на Кампеки Плаза. Кампеки Плаза хайст. Не сравнивай. Ты стал сильнее, у тебя все получится и без оружия. So again, нас интересует терминал тихо. Не попадайся на глаза тем, кто нас ищет. Уходи охранников из орбиталя эра. Нам известно, на чьей стороне. Join up soon. Ну, до скорого. Ну пойдем, бля, прикольно, как все блестит-то. Так, пройти hey, пункт досмотра. Чё он сказал? Orbital Air welcomes you to NCX, Night City International and Transylvania. Orbital Air welcomes you to NCX, Night City International and Transylvania. Okay. Я в сети космопорта. Постараюсь уводить тебя от разного рода угроз. Че он там объясняет? Их снимает на видео. Orbital Air приветствует вас в международном и орбитальном космопорту Night City. Напоминаю, что на территории космопорта скорость ра-та-та-та-та-та, блин. Кому читали? Напоминаю. You need to stay calm, sir. I firmly protest. You've no right to power down my implants. Implants. The Mr. Stud does not qualify as a weapon. Welcome to Night City International and Transylvania. Your gateway to the world. Мир звезды в одном шаге от вас. Если у вас есть запрещенные импланты, я обязан их отключить. Пожалуйста, воспользуйтесь личным портом. Запугать, блин. Right. Да, конечно. Be chill. Draw no attention. Расслабься, не привлекай внимания. Implant power down. Включение имплантов завершено. Для проведения биометрической идентификации посмотрите в камеру. Стой, не смотри. Потяни время, я еще не привязала твои данные. У вас сегодня уютно, куча народу куда-то летит. Peeps moving, going places. Look at the cam, please. Посмотрите в камеру, пожалуйста. Это, наверное, из-за Арасаки. У нас тут стало немного безопаснее. Посмотрите в камеру, будьте добры. Все, теперь можно. А где камера-то, блин? А, вот он. Scans all good. Проверка прошла успешно. Orbital Air благодарит вас и желает приятного полета. Теперь тебе надо впустить меня. Иди в тихо и веди себя как можно незаметнее. А где это тихо? Чего он мне отключил? Найти способ попасть в терминал тихо. Duty free, ума. Sorry, off limits. Step only elevator. Wanna calm down, please? A little civility, maybe. Regard for the other passengers. Охранник. Автомат для удовлетворения спонтанных желаний.
Так, это что? Огнедушитель. Ну, что там было-то? Так. Следующее устройство. Как же мне попасть туда? Опа. А я ничего не могу с ним сделать. Заблокировано все. Все заблокировано, блядь. Так, это что, камеры наблюдения? Лечение врагов, блядь. Это огнетушитель. Ранник, блин, я на этот тоже навелся. Опа, решетка. Сука, робот стоит, блин. А это где они, блин? Нетушитель, можешь сюда попробовать пройти. Здесь-то больше нет ни хера. Больше нет ни хрена. Так, а где они там возились-то, блядь? Подожди. А где эти возились-то, блядь? Где робот стоит? This flight. It's always like this. Рекламное сообщение, блядь. Хрустальный дворец. Move on, please. Да я ничего не делаю. Это что такое? Да где эти-то там возятся, блядь, монтёры? Sheesh, look at these sheesh. Чё, когда откроется, тихо? Listen, слушайте, мне надо слетать на Луну по делам. Вы не знаете, когда закончится ремонт? Сложно сказать, если вам нужно срочно, лучше выбрать другой космопорт Orbital Air. Могу помочь вам забронировать билеты. Не, спасибо. Okay, хорошо, как пожелаете. Stop fucking around. Чем ты это делаешь? Что не так? А что, мы хотя бы дыру в сети Орбитал Эйр пробились таким? Блядь, у нас работа профессионала, я бы тоже не засекла, если бы не знала, что искать. Иди уже быстрее. Где эти монтёры-то херовы, блядь? Я их найти не могу. А, вот они. Дрон-подрывник, бля. Можно птичку? What's with these mechs, huh? The mechs are fine. It's the auto dog lock that's warped. Shut down triggering when the alarm goes off, right? Тихо, ребят. It should be. Hand me the torps. Ой, fucking needs better tech. Надо уволить своих безопасников и техников тоже. Если выпустить таких тварей, то потом начнется паника. Люди предвидят друг, передавят друг друга. А что делать? Выход, ёпт. Оп. Закрыть. Да в принципе нормально пролез. Никто даже ничего не сказал. Чё, куда дальше?
Ну и чё, я добраться до выхода из служебной шахты, блин. Тайко терминал now. Я в терминале тихо. Подскажи, где у них черные ходы? Вряд ли о черных ходах можно забыть. Уже другой план. Что-то не так, Сойка? Мне пришлось уйти. Охране стало интересно, что с другой. Ах ты ж, ё. В общем, попробуй через крышу, туда идет лифт с твоей площадки. Хорошо. Да, уже, бля, шпионские игры. Опа, начинается папа. Так, мне его надо придушить, не убивать. Спокойно, мужик. Больно не будет. Ой-ой-ой! Сейчас запали. Я застрял. Drop your weapon and surrender. Тихо ты. Surrender, бля. Спокойно, surrender. Полежи, отдохни чуть-чуток. Пошли дальше. Блять, тут же камеры могут быть еще. Ну, вот в чем проблемоста. Че это, блядь? Кто это? Аппарат, блядь, баллон, блядь. Аппарат, блядь. Че тут на картонах надо ползти или можно так еще и ходить? Блядь? Боюсь, что спалят, вот в чем проблема. Тут что у нас? Угу. Нам-то вот сюда. Оп-оп-оп-оп-оп. Спокуха. Опасная зона, блядь. Что делать, блядь? Шпионские игры, это кобздец просто, бля. Реально жопно как-то здесь. Ой! Собака, блядь, а. Тут и прятаться-то особо некуда. Вот в чем проблема, блядь. Блимос прям конкретный. Так, они пока там стоят. Пизда рулю. Сука, это роботы какие-то, блядь. Ну пусть поищут, блядь. Что если я здесь на крышу поднимусь? Серьезно, блядь? Так можно было? Ага. Surrender target, блядь. Точка доступа. Это взлом опять делать, блядь. А я не могу подключиться. Видать, потому что тревога. О, дубинку хоть возьму, бля. Зажигательная граната, бля. Ну-ка. Хотя бы дубинку взять, бля.
мало ли, кредит не чистит. Вообще отлично. Да какой бой? Идите в жопу, блядь. Нет никакого боя. Почему они до сих пор не отвалят от меня? Я же уже ушел оттуда. Лом. Да не, у меня дубинка есть. Последнее желание. Когда мы признались друг другу в любви, на вершине мира я сразу поняла, что мы будем вместе вечно, пока смерть не разлучит нас. Понятно. Сука, блин, надо было там пройти сразу, блядь, все. Я ко мне наверх куда-то надо. Иди сюда, урод, блядь. Давай я тут по одному отдубашу. Один готов. Я ж что-то было там. На, сука. Следующий. Сказал заведующий. Я здесь, чурбаны, блядь. Сюда идем. Дубасить вас буду. Видишь меня? Заходи. О, блядь, а че у вас двое? Нормально. У меня какая электрическая дубинка, блядь? Бета? Или гамма? Раз, два, три, четверо осталось. Пока что. Это тех, кого я вижу. Ладно, пойдем. Пробрался. Keep moving, don't slow down. Ой, чё? Подняться-то поднялся, но тут еще кипиш продолжается. Так, там камера. Регру! Иди сюда, регру! Шут! Получил, козел. Так, поехали! Крыша. Важное уведомление. Сейчас вы не можете это сделать. Куда мне теперь? Придется импровизировать. В смысле? Я на крыше, но чуть позже, пониже, чем ты. Мне нужна будет твоя помощь, чтобы забраться. В твоем состоянии лучше не заниматься паркуром. Там от силы метров 40, я справлюсь. Надо бы осмотреться. Че тут осматриваться? Уже вижу, блядь. Чуваки ходят. Блять, надо было его душить уже в этот момент. Может, он еще раз сюда подойдет? Рабочий.
Будет ли он на меня нападать? Влечение врагов. Ничего. Заблокировано. Чё-то нихера у меня тут стелс, блядь, не получается в этой игре. Ну, здесь какой-то это. Ну такой прям, блядь. Надо прям вообще, блядь. Так, тихо, идет. Я хочу ящиком тут проверить. Сука, нахер ты сюда-то пошел, козел? Там еще чувак стоит, блин. Чувачок, можно я к тебе подкрадусь? Правильно, в ту сторону иди. Надеюсь, он его не заметит за оградой. Надеюсь. Как быстро ты поворачиваешься, а? Вот сейчас уже поздно, скорее всего, идти. Полюбас. Только подойдешь, повернется. Тебе надо было, успел бы, бля. Дубинкой уебу его. Пойдем со мной, дружок, блядь. А давай ты, блядь, ты чё, ходить не умеешь, что ли? Тань, блядь. Тащи его. Чё-то... Так, как его бросить, блядь? Не так часто я таскаю врагов здесь. Не помню, как бросать. Так, еще один чувак. Или кто это, блядь? Это не чувак. Не тормози, Ли, посмотри, что там на крыше. Я не торможу. Ну и дождь. Эх. Атмосферка тут что надо. Где, на какой крыш... Блядь, где этот ящик? Давай, помчали. Пожарный шланг. Сойка, есть одна идея. Catch, song. Лови его. Let me know when you're ready. Скажи мне, когда будешь готова. Поймала. Grip it tight. Держись крепче. Еще совсем just немного. Fuck, no, no, no! Нет! Gotcha! Поймал! Давай, блин! Ты чё? Here. Ну вот, всё. Я думал, он умру. Too fucking close. Next time? В следующий раз? Just shouldn't надеюсь, в следующий раз не будет. Not like this. Ви, что с тобой? What's with you? You know. Ну как же? Barely clinging onto life. Мы с тобой оба уже еле дышим. I'm sorry. Мне жаль. Stop it. Да ладно, я скоро поправлюсь. Ты же обещал помочь. No small part to you. Оптимизм ему не занимай. Твое оружие. О, спасибо. No fun. Без пушек, как без рук. Чё ты там мне пишешь все время? Подожди, давай оружие обратно теперь брать.
Так, 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 так. Целевая винтовка. Хорошо. Здесь у меня пистолет был. А где у меня с глушаком пистолет? Вот. С глушаком поставлю. А сюда, естественно, снайперская винтовка. Хорошо. Модификации, бля. А, на снайперку, бля. При скрытном передвижении, скрытом ускорении становится проще в обращении. Ускорять замену оружия. Понижает показатель заряда, необходимые препятствия. Повышает скорость зарядки, бля. Вот это поставлю. Скорость зарядки решает. What is it? Что такое? Я поймал радиосигнал. Блин, канал зашифрован. Can you breach? Listen in. Можешь его расшифровать? Я пытаюсь. И вообще идет вот так. Need to move on quietly, V. Идем дальше, тихо, тихо. Еще одной ошибки нам не простят. Hey, блин, уж извини. Have to try harder. Извиняйся, будь осторожнее. Sly and smooth. Да я и так пытался, блядь. Я не думал, что там обойти можно будет. Не, хотя была мысль у меня. Но что-то я думаю, пойду так. Ну вот и пошел. Неправильной дорожкой, так сказать. This way. Че? Нам сюда? Ё-моё, это что такое? А нахера тогда оружие? О нет, сигнал. Из диапазона частотного штата. Майерс? Майерс? Будет здесь через 45 секунд. Сюда, скорее. Fuck me. Сука, Рид говорил, что ФРУ у нас найдёт. Найдёт, если мы постараемся. Fuck. Чёрт, она с ними. Они скоро приземлятся. Get it open. Открывай. Вот, открывать. Show me, get inside. Сойка, влезай. Got control of the van. Я замедлил вентилятор. Подержу лопасть, я проползу. Боевые вертолеты США над вольным городом Найт-Сити? Звучит серьезно. Космопорт не относится к Найт-Сити, это нейтральная зона. Майерс сейчас нарушает все международные договоренности. Чё ты вот так вот идёт как-то? Впереди какой-то свет. Охрана, не двигайся. Как будто у нее это, бля. Шея свернута, бля. Окей, moved on. Они ушли, надо быть на чеку. Shit. Черт. О, Рид. Госпожа президент. Сайн агент Рид. Мы подтвердили, что Ви находится в космопорту. Уже ФРУ следила с тобой еще с самого входа. А Сон, Соми, давай вперед, нас заметят. Вряд ли она может передвигаться самостоятельно. Наверное, ждет где-нибудь в укрытии. Догадки меня не интересуют. Орбитал Эйр, понимаю, Стаси. Они подняли тревогу, но не смогли найти Ви. А некоторые наши раскрыли, но Орбитал Эйр ничего от них не добьется, я гарантирую. We'll talk about operational errors later. О ваших ошибках поговорим позже. Asking for help. Тебе всегда было сложно просить о помощи. So I decided я решила не ждать, когда ты это сделал. I have everything. У меня все было под контролем. Нет, Сол, ситуация давно вышла из-под контроля. Вот оно, истинное лицо Розалинд Майерс. И то, что с предвыборных плакатов. А Рид-то козел, бля, походу, да? Он, блядь, изначально уже все получается. Знал, блядь, что я делаю. Я же не знаю, что ты беспокоишься о ней. You recruited her, ты ее вербовал, обучал. А может, он этой зубы заговаривает. Конечно, ты хочешь ей помочь, но твой долг в первую очередь защищать свою страну. First and foremost is to your country.
Сойка сделала выбор. Теперь ей придется столкнуться с последствиями. There's one more thing, есть еще один нюанс. The project she was part of, которым она работала, stays well under wraps. None of it leaks. Чего бы это ни стоило. Really bad. If our little bird lands in the wrong hands, я не хочу даже думать о том, что может случиться, если я нашу птичку кто-нибудь поймает. Никто не должен узнать об этой истории. It would destroy the NUS. Это может уничтожить новые штаты. Я не собираюсь так рисковать. We're on the same page. Прекрасно вас понимаю. No risks. Никакого риска. Я обо всем позабочусь. Just so you know. Ты же понимаешь, что я тоже этого не хотела. Я тепло к ней относилась, доверяла ей. Но бывают решения, которые меняют все. Choices? Решение? Yours ее или say ваше? Again? Что, прости? Вы слышали. Неважно. Я знаю, что надо делать. Я это сделаю. Но колеблется. Не делите всем необходимым полномочиям. Постараюсь только не стрелять ей в голову. Не знаю, чего я ожидал. Рид, иди сюда. Какой будет приказ, сэр? Сам yes, слышал. Sir. Так we точно. Полностью. Relax. Спокойно, я никуда не ухожу, stay. Они до тебя не доберутся. Ты плохо ее знаешь, эта стерва меня с того света достанет, чтобы отомстить. Let's go. Надо идти. Так, передай данные куда-нибудь, блин. Чтобы ей кобзда пришла. И Н США тоже. И выборы там все прочее. Блять, ты так быстро ходишь. На карачках. Я почему-то нет. Ух ты, черт. Куда едем-то? Гражданских эвакуируют. Нам, видимо, решили развернуться в полную силу. Ладно, возвращаемся в терминал. Надо будет бежать очень быстро, пока не началась мясорубка. До посадочной площадки идет поезд. Надо только пробиться через терминал тихо. Спецназовцы, Майер, сейчас будет жарко. Тихо, говно какое-то взял. Спокойно. Что это, блядь? Пиши! Бежи! Блядь, не сюда! Просто бегу, блядь. Где она? Не чую, их всех убить надо было, что ли? Вот, дальше-то! Регруп! Пока они с друг друга месяца, просто бежим. Бежим, бежим дальше. Гребаный, блядь! Твари! Быстрее! Поехали! Чё ждём-то? Чё там? Дома вылета! Блядь, дожми! No mercy!
блядь! На кнопку нажми! Сука, сдохнул, блядь. Ебаный робот! Я не могу на кнопку нажать. Сука. Че жесть какая-то, бля. Осторожно! Охренеть! Пронесло, нас вроде бы не заметили. Если вертолет нас засечет, нам уже ничего не поможет. Значит, постараемся не попадаться. Че это, блин, че за винтовки я понабрал? Говно какое-то, блин. Иди вперед. Ну пойдем, пойдем. Вперед. Тут никого. А не, вон кто-то есть. Или что это? Можно? All clear. Все чисто. Заходи, что стоишь-то? Подожди, голова кружится. Ага, хорошо. О, бля, похлебочка. Надо проверить твой хром. Могу посмотреть на твой хром. Может, это безопасно? Я знакомлюсь с твоих устройств. Могу провести автодиагностику, дать тебе доступ к твоему BIOS. Got a readout. Ага, вижу. Попробую разогнать компенсатор. Надеюсь, они выдержат. Hope they can take it. Так это, уже разогнал. It was gonna be different. Все должно было быть по-другому, проще. But но жалобами тут не поможет. Counts, right? Да и осталось недолго. Not far off. One thing. Кстати, ты мне так и не рассказал, кто организовал тебе рейс. Who got you this flight? Самое смешное, что я не знаю. Со мной общался безымянный посредник. Дорогой строгий костюм, темные волосы, голубые глаза. Еще один на грун. Он задавал вопросы, на которые только я знал ответы. Насчет черного заслона? В том числе, не хочу об этом говорить. Не осуждай меня, пожалуйста. So me, I get it. Я тебя понимаю, не переживай, ты все делаешь правильно. For an extreme egotist. Как настоящий эгоист. Forget about it. Даже не начинай. Пошли, хватит базарить. Ладно, поболтали и хватит. Help me up, can поможешь you? Мне встать? Looking a little better. Выглядишь чуть получше. You mean that? Это правда? ХЗ, блин. Что опять за херня, блин? Черт, опять они! Да чё, да, где, ну, блядь, бежи! Чё,
делать-то, блядь? Наверх, что ли? Да я бегу, бегу, блядь! Сука, больно! Бежим! Пошло все в жопу, бежим, просто бежим. Focus on! Focus on! О, сука, focus on! Focus on! Focus on! Быстрее, focus on! Где она? Да придет! Нахер я тихо отстреливаюсь. В диспетчерской вышке я приготовил поезд. Ёп! Берегись! Чёрт, ловушка! Get out of sight! Прячься скорее! Что делать-то, блядь? Подожди! Подожди. Тут уже глушитель нахер не нужен. Reloading! Чё делать? Обезвредить всех нетранеров, блядь. Да ёпты, я ничего не вижу, блядь! Суки, блядь. На, тварь. Быстрее! Да, блядь, сожри ты что-нибудь. Сука! Больно бьются, блядь! Грёбаные нетранеры, блядь! Бежим наверх туда! Твари, блядь! Где, вот он! Да-да-да, взорви себе там, блядь, говна кусок. На, падла! Так, где вы? Где эти грёбаные нетранеры, блядь? А? Ну? Где вы, уроды, блядь? Вижу. На карте вижу, так не вижу. Сука. Так, так, откуда-то оттуда. На, тварь. Быстрее перезаряжайся. Бегут, бегут. Спокойно, сейчас все будет. Да ты что стреляешь-то, там, тварь? Ты? Да быстрее, блин, я... Тихо, тихо!
Через стекло не прошибешь, хрен тебе. Да, ну что, блядь? Окружать нехорошо, ребята. Йо. Тихо-тихо, релоад. Сзади надо зайти. Ага, теперь зайдешь. И, бля, в упор друг друга расстреливаем. Вот прикол, бля. Last one. All clear. Его последний. Did you get hit? Бля, ты жив? Нет, нет, вроде бы что-то там. Идем к диспетчерской вышке, оттуда пригоню поезд на станцию. Я уже здесь, бля. Опа. Нормально. What now? A fire up the control panel. Bring the train. Пригнать поезд. What do you want me to do? Мне что-то нужно. What's my comfort zone? Стараюсь, чтобы никто не отвлекал. Myers minions. Из людей Майерс. Окей. Let's do this. Good luck, son. Удачи. Закрыло, блядь, ты чё? Опять мне тут бегать, блядь. Как кошаку сраному. Тихо-тихо. Ну, сон такой, блядь. Ободряющий. Сука! Ты как сзади-то зашел? Мазафака! How is it? Any minute now? I need more time. Вот. Да блин! Вижу, блядь, перегруппировка, быстрее! Ты что тут делаешь, козёл? Тварь! Сука! Сдохни, бля! А ну отвали от нее! Держись, я почти все! Знаешь, что-то уже не могу держаться, бля. Очень кобздец. Блять, не вовремя перезарядки эти. Сдохни ты, блядь, черепушка грёбаная, блядь. Я 49 патронов осталось, вообще ни о чем. Патронов нету! Практически. Твари.
Кто по мне попадает, я не могу понять. Получилось, поезд сейчас будет. Что делать-то? Cover your way! Что происходит, блин? Узнать-то дела у Сойки. А, блядь, стань ты! Shit! You alright? Ты как, Шлюн? Had a little luck. Can't last long. Пока, да, посмотрим, как пойдет. We're fucked, you know? Мы нас переиграли. Я пойду за черный заслон, иначе конец. No other way. Too weak to handle it on your own. Одна ты не справишься, я пойду с тобой, иначе мы оба тут умрем. We both die here. Always can use a proxy. Proxy. Полегче. Ready for this? Что, готов? Fire it up. Запускай. Let me help. Я помогу. Обопрись на меня. Нам надо на поезд. Fuck that. Как же больно. It's God, I know. Да уж еще бы. Ты справилась, спасла нас. Me. Hear that? Ты слышишь? It's the black wall. Это черный заслон. Не бойся, я здесь с тобой. Right here with you. Охренеть. Просто жесть. Вот так. Launchpad soon. Скоро уже пойдешь на посадку. Still with me? Ты как держишься? Пока. Майерс прям от тебя не отстает. Она посвятила всю жизнь этому, тому, чтобы ставить цели и методично их достигать. Wow. Ты считаешь это круто? Раньше меня бесило, что она ставит будущее выше прошлого. А теперь я бы и сама хотела думать только о будущем. Слышишь, как гудит? Выфу? Вот бы заснуть и не проснуться никогда. Сойка. Рид. Я недавно видела Рида во сне. И часто снится этот кошмар. Про то, как он едет в поезде и умирает из-за того, что я сделала. Him dying because of what I did. Just put it out of your mind. Постарайся сейчас об этом не думать. Я не могу. Rest, please. Отдохни, ладно? Could've chosen differently. Я ненавижу себя за то, can't что так поступила. Myers gave это Майерс отдала приказ. На ней like вся ответственность. Song? Только. Reed's not the only one I've betrayed. Я предала не только Рида.
Ты не в себе, наверное, из-за черного заслона. Я предала и тебя. И нейроматрицу можно применить только один раз, я же говорю. В смысле? Почему? Это пленный скин из-за черного заслона. Существует, пока эволюционирует. Я прерву цикл, когда освобожу его. Он выполнит мои приказы и исчезнет безвозвратно. Погоди, ты давно это узнала? Что только один из нас выживет? Я узнала про Киносуру. Начала искать информацию. Мне... Серьезно, блядь? Я думаю... Я умру. Надо было сразу сказать тебе всё. Прости меня. Конечно, надо было, я бы все равно тебе помог. Song? Сойка. Ебать колотить, вот это поворот. Твоя барышня всех прокатила. Майерс, Хансона, Рида, тебя. Рид. Решил постебаться надо мной. Да при чём ты вообще? Я просто представляю, какая сила воли нужна, чтобы быть сволочью до самого конца. Девочка так хочет добиться своего, что это заслуживает уважения. Мне похер, главное, что нам с тобой опять начинать сначала. Опять искать того, кто поможет нам выжить. Ты всегда можешь набрать Риду. Он же меня убьет. Ты слишком высоко себя ставишь, Ви, на тебя ему насрать, он находится только за одним человеком. За каким? Ладно, приятно было выбраться с тобой поболтать, но мне кажется, тебе пора ее убить. А, будить? Убить. А давай вот так сделаем. Damn sorry, son. Прости, я звонил. Ты сама меня вынудила. But you dicked me first. What? Songbird. Тебе еще still нужна Сойка? Решил теперь кинуть ее? Okay. Ну, называй свою цену, слушаю. Я хочу только одного, вылечиться и выжить. Существует только одна доза лекарства, Сойка решила оставить ее себе. Я остался ни с чем. Понял, если отдашь Сойку, можешь забрать эту дозу. Нужны риперы, которые поймут, что с ней делать. Ты говорил, у тебя есть знакомые в Европе. И там, и в Лэнгли. Новые штаты — родина лучших риперов. Они соберут все данные и проведут операцию. Тебя это устроит? Еще можно назад откатить, блин. Я не знаю, блин, стоит ей до конца помогать. Она нас кинула, блин. И что дальше делать, Hero знает. А вот договорились. Хорошо, забираю, только про меня не забудь. Это тоже на коле. Мы почти на посадочной площадке. Я знаю, жду вас. Пойдем, нам на выход. Побуду тоже сволочью. Come on, time to go. Что, пойдем? Да. Опять печальная какая-то концовка, блин. Может, есть и хорошая? Может, надо было Риду довериться все-таки?
Он как-то к ней неравнодушно дышит. Хотя хер его знает. Let's get this shit done. Пора все это заканчивать. Hold up there. Стой на месте. Try to help. Я пытался помочь ей, вытащить ее. Нам всем это было нужно. We wanted it badly. She plain turned us down. Видимо, всем, кроме нее. Left us no choice. У нас не было выбора, так иногда бывает в жизни. End, в итоге ты все сделал right правильно. Обещаю. Home, мы идем домой, Соми. Мы идем домой. Все чисто, можно садиться. No, нет, в этом нет необходимости. Забираем ее и улетаем. Уже придумал, как потратишь свои 30 серебряников. Я позвоню. Буду ждать с нетерпением. Не с места! Отставить, не трогайте его. У нас приказ. Приказы вам отдаю я. Смотри, чтоб с ней ничего не случилось, Рид, ты обещал. А ты обещай, что забудешь ее и всю эту историю. Ну чё, блин, прикольное дополнение, так-то прям, вообще нормальное. Но мы не будем слушать эту музыку, мало ли. Опа. На следующее утро. Ты знаешь, я все думаю. Да неужели? В смысле, не знаю, блядь, теперь мне жалко эту девочку. Ты думаешь, скорее, не о ней, а о себе. Боишься, что скоро умрешь. Это называется здоровый эгоизм. А вообще, я просто подумал, что девочке вообще по жизни не везло. Примерно как мне в Кэмпани Плаза. Вы оба слишком высоко замахнулись, вот и все. Как гласит древняя восточная мудрость, выше своей жопы не прыгнешь. Это еще не все? Еще Рид должен позвонить. Вот это да, блин. Ладно, дорогие друзья, давайте пока на этом... Подожди, а почему там субтитры шли и все такое? Ну ладно, будет еще, скорее всего, серия, может, и не одна. На сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.